Представьтесь. Меня зовут Юра. Меня зовут Ира. Валерия. Чем вы занимаетесь? Юристы. Я юрист. Коллеги юристы, сидящие дома. А какая задача стояла перед вами, когда вы познакомились с нашей школой? Проводить больше времени вдвоем. И научиться красиво танцевать. А получилось ли решить данную проблему? Однозначно, да, и хочется продолжать. Как именно она была решена? Успехами, какими-то успехами первыми в танцах. И большему вообще... Не очень легко, не очень просто, но классно. Но со вкусом и с удовольствием. Я подсказываю, домашние задания были? Конечно. Вас заставляли их делать? Частично заставляли, но и желание было их делать, потому что это давало результат. Но было желание. И желание побеждало. Да. Когда вы прислали домашнее задание, самое позднее? В 3:00 ночи. Молодцы. Какой конкретно результат был получен? Нам понравилось. Это эмоции. В первую очередь это эмоции. Положительные. А насчет экзамена, насчет танца? Был и стресс, и страх, но потом кайф от того, что мы сделали. Так я понимаю, вы танцевали уже с разными партнерами, не только вдвоем, и у вас получилось. Получилось, да. Да, и вы получили от этого удовольствие, да. Искренне. Может, не получилось не все, но удовольствие было больше. Довольны ли вы сотрудничеством? Конечно. А Валерия? Да. Отлично. Что вам больше всего понравилось? Все. Мне все нравится. Целый час. Это целый час, который мы можем уделить себе, друг другу, танцам, которые нас никто просто не отвлекает. Я правильно понимаю, вы целый час занимались наравне с вашей прекрасной доченькой? Да. Правильно? Правильно. И это уникальный случай. 6 лет, правильно? 6-летняя девочка, которая наравне с родителями проходит испытания, вы молодцы. То есть отдельная вам похвала как родителям за такого организованного и способного ребеночка. Спасибо. Было ли что-то, что вам не понравилось? У меня нет. Вы уже рекомендовали нас своим друзьям или знакомым? Да, еще раз да. Всем знакомым. Ваши пожелания новичкам? Не ждать 2 года, как мы, а идти раньше. Чем раньше, тем лучше. И потом уже невозможно остановить.